Ой, Дынечка бабушку встречает, и котики бабушку встречают, да? В общем, короче говоря, он на нее сел, прямо подошел по размеру, отлично. И я ей подарила его на Новый год. Вот такой подарок сделала соседке. Девочки, мне скучно без вас. Я тут на кухне готовлю потихонечку одна. Доброе утро, девочки мои. Какой хороший погожий день. Минус 8. И вроде бы нету ветра. О, говорили, что будет, писали, 2-3 метра в секунду. Но это безветренно, значит. И солнышко светит. Вот такая красотища у нас. Ну, холодно, морозно, конечно, да. Я сегодня еду к дочке. Мороз и солнце, день чудесный. Люблю такую погоду, когда солнышко светит, снежок лежит и ветра нету. Вот это вот самое то, что оно, то, что нужно. И прям сразу приподнятое настроение. А я сегодня собираюсь к дочке. Доча попросила, чтобы я с Дэней посидела. Ей нужно там съездить по делам, по работе, ну, на несколько часов. И вот я уже собираюсь, уже одеваюсь. И я надеюсь, когда выйду на улицу, еще солнышко будет светить, чтобы я вам могла немножко подснять красоту. Вот, ну, не знаю, там снимать получится, у меня что-то не получится, будет видно. Но беру вас с собой в любом случае. Вышла на улицу, девочки. Снежок лежит, морозец еще держится, но ветра нету, и это радует. А солнышко спряталось за облачко. Жалко. Ну, может быть, пока такси приедет, солнышко вылезет из-за облачка. Вот. Ну, классно. Классно, что нету ветра. Мне это нравится. Меня это радует. Снежок хрустит под ногами. Сугробики маленькие, даже можно сугробиками не назвать, но нам большие сугробики и не нужны. У меня есть 5 минут, машинка приедет через 5 минут. Решила подсняться. Ну, солнышко чувствуется все равно, хоть оно за облачком. Ой, ну классненькая погодка. Самое главное, что светло. Я люблю, когда светло, когда беленько все. Класс. Фух, подышу чуть-чуть, постою. Ой, Дынечка бабушку встречает. И котики бабушку встречают, да? Где Милочка убежала? Встретила меня, главное, и умчалась. Дынчик спрятался. Молодец. Вон она, красулечка. Ты куда спряталась? Где эта красотуля? Чей носик тут спрятался? Чей носик? Покажись, красуля. Вот Нилка, хитрая такая. Ты чё кусаешься, Ай, ты хулиганка такая. Нельзя бабушку ругать. Бабушку нельзя, бабушка хорошая. Да я что же делать? Вот Барбосик лежит себе спокойненько, да? Я его то Бантик, то Барбосик. То как-нибудь еще. У них тихий час, я смотрю, у котов. Ты сниматься будешь, красотулька? Красотулечка наша. На камеру, смотри. Дэнь, куда ты полез? Милка! Маму только любит, да? Мила нашу маму только любит. Больше никого не любит. Козы я такая. Кто? Мила. Тоже. Тоже маму любишь? Да. Или ты тоже хочешь сняться? Ты хочешь сказать привет, привет, привет. Что, ты посмотреть хочешь в камеру? Вон, видишь, бантика снимаем. Все, бантик лежит, отдыхает. Вот мы с Дыней какую дорогу построили. А у нас тут едет поезд. Мы для поезда тут всякие повороты сделали, развороты. Что, что, что? А Милочке так нравится за этим всем наблюдать. Мила контролирует процесс. Да? Красивая у нас дорога, смотри. Тоже.
Такая большая-большая-пребольшая дорога получилась. Со всякими мостиками. Вот, еще один мостик, да? Давай еще один поезд пустим. Давай? Давай. Вот он, поезд едет. Смотри, какой классный. Классный у нас поезд. Ки-ки-ски. Все, девочки, еду домой. Смотрите, какая красота. Ой, какая красота. Мне нравится такой большой шарик. Все, вызвала такси, сейчас поеду на такси уже. Всем добрый день, девочки мои. День следующий. Я смотрю на градуснике -1, на самом деле -6. Все равно там морозец, все равно холодно. Но солнышко потихонечку так светит. В общем, небо. Небо наполовину чистое, наполовину облачное. Но все равно солнышко есть, и это хорошо. Ветерочек, правда. А я сегодня целый день занята. Так, девочки, почему я вам говорю не доброе утро, а добрый день? Потому что я проснулась сегодня. Так, это я сейчас тоник сделаю. Насыщенные дни, что-то последнее время перед Новым годом. Чем ближе, тем насыщеннее. Беготня какая-то туда-сюда. И, в общем, короче, даже снимать некогда. Я проснулась сегодня в 2 часа ночи. Вчера я была у дочки вечером. Вернее, вчера я была днем у дочки, вечером пришла домой, перекусила и легла. В итоге, как всегда, я уснула рано в 10 часов, а в 2 часа ночи я проснулась и вспомнила, что мне нужно монтировать видео, очень длинное, я что-то во влоге там наснимала. У меня, если на 50 минут видео, то мне надо 5 часов с ним сидеть монтировать. Ну, вот так вот у меня получается. Короче, я встала и монтировала его до утра. Поставила на вывод и легла дальше поспать. В итоге проснулась. А, соседка еще зашла, мы с ней кофе попили. Решила масочку, девочки, сейчас снять. Я просто так вот сейчас уже говорю на ходу. Вот такая, кстати, у меня гиалуроновая масочка. Это я брала ее. Где? Где? Это я что-то снимала, вам показывала, где брала. Уже не помню, как это называется. Соседка утром пришла, мы с ней кофе попили. Как раз только я перестала уже выводить видео. И она пришла, кофе попили, она замерзла. У нас что-то прохладно в комнате, не знаю. То ли батареи слабенько стали топить, а у нас морозы на улице. И как-то так, я сама вон влезла в такой теплый костюмчик. И она пришла, а ей пижаму, которую я дарила, она обычно трикотажная, там, с кулирки. И, в общем, я ей, видите, вот так вот спонтанный подарок. Вот вы говорите, что вы подарите кому там на Новый год. А я сама не знаю, что кому я подарю еще пока. У меня так вот раз, я открыла, думаю, так, костюмов у меня много, надо делиться с соседкой. Короче, посмотрела, она такая крупная женщина. Вот, я посмотрела, она померила один, второй, они тесные ей. И, в общем, я ей подарила новый костюм, который я показывала в последнем видео «Василек». Вы видели там 58 размера, такой у меня трехнитка с начесом, этот футер с начесом, сиреневый такой костюмчик. В общем, короче говоря, он на нее сел, прямо подошел по размеру, отлично. И я ей подарила его на Новый год. Вот такой подарок сделала соседке. Она мне сейчас котлет принесла. Я пока вздремнула, пришла, проснулась, а мне уже котлеты тут угощают, кормят, подкармливают. Вот так и живем, понимаете? Вот так вот и живем. Все, я проверила сейчас видео. Пока я там отдыхала, оно у меня вывелось. Проверила видео. Сейчас оно у меня загружается. Вы его завтра утречком увидите на канале. Вот такую. Сейчас масочку решила сделать. Надо хоть что-то сделать для своего лица. Вот. Так что пока оно там обрабатывается, пока оно там загружается, я решила... Я просто выглядываю на улицу. Вообще не хотела сегодня ничего снимать. Выглядываю, смотрю, солнце светит, снег лежит. Завтра у нас плюсовая температура и, плюс... и будет еще дождь. Думаю, ну как вот не снять? Вот хоть не хотела сегодня сниматься. Как мне снять такую красоту? Короче, вот я решила вам показать, что у нас за окном делается, чем я вообще сегодня занимаюсь. Завтра у меня насыщенный день, завтра уже суббота, Настя у меня с утра будет. Потом мне надо посылочку забрать, Василек уже
Завтра должна быть она на почте. В воскресенье у меня насыщенный день. В воскресенье к дочке еду. И на стрижку записалась. И на понедельник педикюр. Короче, у всех куча дел сейчас перед Новым годом. Беготня такая. И только успеваю. Только ночами, наверное, буду монтировать видео. И снимать вот так вот, как урывками, отрывками. Как получится, так и сниму. Сегодня, в общем-то, у меня было в планах видео то сделать, загрузить. Отдохнуть, набраться сил к завтрашнему дню. Поэтому я сегодня такая домашняя, ничего не делаю. А сейчас вот решила сделать масочку и включить вас. Хоть сегодня отметиться, что я вот она. Я на месте, никуда не делась. Так, все, девочки. Пойду. Сейчас масочку подержу. И потом я пообедаю, котлетки покушаю, которые соседка мне принесла. И видео там сейчас уже опубликую. И все. И закрою компьютер. И буду сегодня дальше отдыхать. На этом сегодняшний день у меня, может, и закончился. Всем доброе утро, девочки мои. А что у нас сегодня на улице? 0 градусов, даже +1. И дождик идет. И у нас там, я посмотрела по прогнозу, дождь будет у нас идти еще неделю. Дождь, снег с дождем. В общем, непонятное что-то. Ой, заледенелое все. Ну и ветер тоже будет дуть. Я вижу, что и снежок идет маленький такой. И снег с дождем. Небо хмурое-хмурое. Бррр, холодно. А я проснулась 5:30, искупалась уже, внучку ждала, думала, но она должна была сегодня прийти. Но оказалось, что сын выходной сегодня, и, в общем, она не придет. Поэтому планы меняются по независящим от меня причинам. Вот, я как-то сейчас сижу, пока теперь у меня как бы освободилось время, я теперь не знаю, у меня не было планов на это время, но надо что-то придумать. Вот, видите, такую вот пижамку. Не пижамку, этот домашний костюмчик Париж одела. Надела. Ну, какая разница, в общем. Так, ну и что? Все, я теперь раскрасивая. На улице жуть какая-то. Вообще на улицу выходить неохота. Без надобности не пойду. Вот. Но если посылка сегодня придет, значит, надо будет снарядиться и пойти. Не знаю. Так, а что я сегодня буду кушать? Тарелка борща еще осталась. У меня есть скумбрия копченая. Рыбка. Я, наверное, сварю картошечку. Хотелось бы пожарить, но скумбрия жирная и жареную рыбу еще жирную, много жира не надо есть. Сварю, может быть, сделаю даже пюре и салатик какой-нибудь нарежу. Вот такой у меня будет обед. Так, ну а сейчас я что, займусь собой? Опять-таки, что, когда нечего делать, что еще делать? Женщина с собой должна заниматься. Я смотрю, надо ногти подстричь, руки в порядок привести. А у меня педикюр еще на понедельник записан. В общем, стрижка завтра, к Дэне завтра надо с утра будет ехать. Поэтому мне сегодня свободный день. Нужно сделать что-то для себя. И отдохнуть тоже нужно будет, набраться сил для завтрашнего дня. Но я думаю, что сегодня я найду, что по дому поделать. Вот. Скоро жду соседку на кофепитие. Не чаепитие, а кофепитие. Вот, с утра мы с ней встречаемся, если никому никуда прям рано не надо бежать, у нас прям утренний ритуал. Встретились, кофеёк попили, обсудили, что делать сегодня, кому, чё, куда, кому бежать, в общем, поболтаем и все. Ну что я, пошла я сейчас руки в порядок приведу, а потом что-нибудь придумаю, вам расскажу. Ну что, девочки, вот достала я скумбрию, вот такую скумбрию покупала, Балтийский берег. И вот пришло время ее поесть. Я думала картошку, как мне ее приготовить. Вроде как бы скумбрия жирный продукт. И в то же время не хочется мне жарить картошку, хотя жареную хочется. А пюре тоже неохота. В общем, была бы, конечно, молодая картошечка, я бы ее сделала в мундире. Прям, знаете, ну я решила сделать то же самое, только с немолодой картошкой. В общем, в мундире поставила варить. А потом я ее сделаю с лучком, с растительным, с постным маслом, которое с запашком такое масло, знаете. Вот. А эту скумбрию сейчас я просто перекину сюда
контейнер, потому что я ее всю сразу, конечно же, не съем. Вот. И все. И, судя по всему, я сегодня из дома никуда не пойду. Буду дома. А, кстати говоря, вот видите, у меня от рыбы попала вот эта вот жижа на стол. И вот это вот мыло для кухни, которое устраняет запахи, вот от рыбных запахов очень хорошо помогает. Я вот этим мылом сейчас протру стол и ножницы тоже. Вот. И вымою стол. Запахов не будет. Хорошо. Посуду мыть тоже. Вот это, если рыба вот это вот уже что-то запачкала, рыбный запах, особенно от скумбрии копченой, очень долго отмывается. И руки тоже этим мылом мою. Очень хорошо оно помогает. Запустила, девочки, я новый сериал какой-то. Называется «Полярный круг». Первая серия. Триллер-драма. Будем смотреть. У меня пока картошечка варится. А я смотрю на улице, что творится. Просто вообще жесть. Дождь полоскает вовсю. И растаяло все тут у меня. И мокро. Не, на улицу сегодня ни ногой вообще. При том, что посылки моей еще нету. И сегодня ее не будет. Завтра выходной. И, значит, уже до понедельника. Все, в такую погоду. Он только с собаками гуляют люди. Все. Снег мокрый, дождь идет, ветер дует. Кошмар. Девочки, мне скучно без вас. Я тут на кухне готовлю потихонечку одна. Думаю, ну вот включу. У меня там пока картошка варится. Я решила лучок тут сейчас нарежу полукольцами. И вот у меня капусточка такая вот есть. Вот такая капусточка. Это я брала капуста квашеная с клюквой. Я клюкву повынимала, потому что я клюкву не ем. Но мне с клюквой нравится, не знаю, какой-то вкус вкуснее. Вот. И там немножко я, в общем, жижу вылила, клюкву повыбрасывала. Сейчас я туда лучок нарежу. И маслицем полью вкусненьким. Вот. И уже картошечка скоро сварится. У меня сегодня будет рыбный день, значит, вот такой. А на улице погода плохая. Вы знаете, я как-то сказала, что когда на улице плохая погода, когда нет солнца, то вроде как и настроение такое какое-то, да. Даже что-то там бывает, что депрессия нападает, но она не столько от погоды нападает. Но кто-то мне в комментариях написал, что у вас всегда плохое настроение. Я тут задумалась, думаю, ничего себе, я в плохом настроении, вообще, мне кажется, даже, ну, крайне редко бывает. Бывает, что у меня нет настроения, но оно значит, у меня просто его нет никакого. То есть, ну, как сказать, ну, нет веселого настроения, веселиться неохота, нет никакого настроения. Но это не значит, что оно у меня плохое. И когда кто-то пишет, вы всегда в плохом настроении. Девчонки, напишите мне, действительно это так. Я просто, ну, этого за собой не замечала. Мне кажется, я всегда в хорошем настроении. Почему так кому-то показалось, не знаю. Вот, так что сейчас немножечко лука добавлю в этот самый, в капусточку чуть-чуть. В общем, сижу такая, ваяю сегодня. Просто буду кушать рыбку с картошечкой, наслаждаться жизнью. Я, кстати говоря, включила сейчас сериал новый. Не знаю, хороший он или плохой, зайдет, не зайдет. Ну, вроде как бы детективчик, вроде, смотрю, неплохой, так мне кажется. А вчера я закончила просмотр, я смотрела детектив, называется «Алекс Юга». Там первый, второй сезон там на 7 часов, потом третий, четвертый сезон там на 9 часов. В общем, такой неплохой детективчик, такой отдыхающий. Он, знаете, вот не напрягает, я с ним просто отдыхаю. С таким детективчиком с удовольствием его смотрела вот несколько дней. И, в общем, мне он понравился. Так что рекомендую, можете посмотреть. «Алекс Юга» называется. И сейчас вот у меня картошечка сварится в мундирчике. Я картошечку, мундирчик почищу, порежу. И тоже сделаю с лучком. И вот маслица у меня такое есть вкусненькое. Сейчас я его достану и буду кушать и смотреть сериал. А что сегодня еще остается делать? У меня сегодня просто те планы, которые должны были быть, они у меня как бы отменены.
Нового я ничего на сегодня не придумала. Я вообще ожидала, что мне сегодня придет посылка, и я начну снимать. Ну, во всяком случае, сегодня я думала, что во второй половине дня я сниму Василек. А завтра у меня целый день расписан, завтра целый день буду занята. Но посылка, она только на сортировочный центр, только сегодня утром пришла. Так что у нас почта сегодня суббота, короткий день, завтра выходная. Так что и погода вот эта. Ну, в общем, сегодня в лучшем случае она может быть вечером, но очень-очень даже вряд ли, что она вечером будет. Так что я, в общем, на следующей неделе только буду снимать вам Василек. Вот. И у меня сегодня никаких планов, и в голову ничего не приходит. Поэтому я сегодня буду кайфовать. Когда на улице такая погода, хочется залезть под одеяло, включить какой-то интересный сериал и смотреть. У кого тоже так же? Напишите мне в комментариях. Я, девочки, решила сделать супервкусную картошку. Нарезала я полукольцами лук, еще немножечко укропчика меленько нарезала. И вот маленький такой зубочек чесночка. Я хочу тоже туда добавить. Обычно в молодую картошку я так и делаю. Получается очень вкусная, ароматная, просто нереальная. Просто мелко порубить вот этот чесночок. Ну, можно его через пресс выдавить тоже. Вот. Ну, я обычно через пресс выдавливаю сейчас. Ну, тут маленький. Просто решила так вот покромсать меленько и все. Картошка у меня доваривается. И вот такое масло на рынке покупаю. Это масло жареное, и оно очень вкусное. Масло первого отжима, не знаю, жареное или не жареное, но масло с запахом. С запахом таким прям после масла, вкусненького такого, прям домашнего. О, и вот эту всю смесь я заброшу в картошечку, присолю сверху и маслицем. Будет во, вот такая будет классная. Так, картошку почистила, порезала на кусочки. Конечно, это не молодая картошка, молодая бы целенькая была. А это рассыпучая, я сейчас буду мешать, она рассыпется. Ну, а что поделаешь, что поделаешь. Картошка есть картошка все равно. Какая есть. И то, и такая порадует меня, я знаю. Буду сейчас кайфовать, кушать вкусную картошечку. Так, вот этого маслица туда добавить надо. Ой, пахучего, класс. Соблазняю вас, девочки. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. И соли. Подсолим. Все вот это надо перемешать хорошенько. Ух ты! Прям запах вкусненький такой идет сразу. Прямо классно. Смотрите, какая красота. А? Это же красота. Сейчас перемешаю и пойду я наслаждаться просмотром сериальчика интересного. Вроде интересный, я так уже поглядываю на начало. Такое интригующее. Вот, рыбку покушаем. В общем, сегодня буду отдыхать и наслаждаться жизнью. Все. Вот такой у меня шикарный сегодня обед. Картошечка очень вкусная, пахучая. И капусточка, и рыбочка. Класс. А я, девочки, прежде чем приступить к наяриванию этой вкуснятины, руки сейчас в рыбу испачкаю, и тогда не смогу выключить телефон. Я хочу с вами на этом попрощаться. Такое вот коротенькое видео получилось, но завтра будет новый день, новые дела и новое видео. А сегодня у меня как раз будет время, чтобы это видео смонтировать, и чтобы оно вышло вовремя, и чтобы вы за мной сильно не успели соскучиться. Со всеми вами прощаюсь, пишите комментарии, ставьте лайки и до новых встреч. Всем пока-пока!